Друзья, всем привет. Приехал, собственно, забирать свой автомобиль в город Чехов, Московская область, в ожидании пригона суда выставления автомобиля на площадку для дальнейшего осмотра. Вот так это все выглядит. Стоят автомобили. Друзья, ну вот пригнали автомобиль на получение сейчас лист осмотра. Но по первым впечатлениям просто пушка. Вот, сейчас стоит заведенная, сейчас осмотрим и уже будем дальнейшие действия с ней выполнять. Такая вот. Друзья, ну, собственно, всех привет. Приобрел автомобиль, пригнал, сейчас нахожусь в Подмосковье. Небольшой обзор на автомобиль, который был приобретен через компанию Big Jump. Непосредственно сообщались с Сергеем Кашиным, за что ему, как говорится, привет, Серега. Вот, у нас тут сильный ветер, ребята, холодно. Вот, проехал 30 километров, сейчас машинка немножко грязненькая. Ну, по порядку, да, небольшой обзорчик и обратная связь по, собственно, компании, что да как. Поехали. Друзья, автомобиль Toyota Prius 2019 года, комплектация A-Touring Selection, практически максимальная комплектация, нету только подогрева руля и зарядки для беспроводной зарядки для телефонов, белый перламутр цвет 1.8, установлен такой, видите, обвес ТРД, здесь уже изначально с Японии. Поставлена машина на учет во Владивостоке через Сергея, опять же, услуга поставка на учет здесь со всеми с номерами. Стоит ТРД-обвес, накладки на боковые зеркала, собственно, юбки, дефлекторы такие модненькие здесь. Сзади такие жабры, собственно, накладки на боковые ручки, спойлер и, соответственно, вот такой вот интересный бампер. Машина гибридная, очень классная. Проехал 30 километров, просто был приятно удивлен работой. Есть чем сравнивать. Очень классно. Вот, собственно, надо отмыть вот эту всю историю. Да, и по поводу самого автомобиля, значит, оценочный балл 4,5. Покупалась она в сентябре 2022 года. Была куплена 3 сентября и приехала вот только сегодня. Сегодня у нас, какой сегодня, 14 января 23-го. То есть вот примерно почти 5 месяцев, да, прошло с момента покупки до доставки в город Чехов, Подмосковье, откуда я сегодня ее и забрал. Смотрите, что было сделано еще по автомобилю. 17-й стандартный литые диски, была куплена зимняя резина. Были установлены проставки на перед и за 20 мм для увеличения клиренса. Далее установлена магнитола Android топовая, чтобы не русифицировать ничего. Пробег, кстати, у машины 70, сейчас 3000, была куплена с пробегом 72 тысячи. Кожаный салон, передний подогрев сидений, проекция, автопарковка, автосвет, сонары, все датчики, в общем, полная максимальная комплектация. Также были куплены, машина уже грязненькая, вот здесь вот сейчас вот Серега залил, попросил я его не замерзайку. Была полностью пройдена диагностика автомобиля, все отлично, поменена охлаждающая жидкость под наши регионы. Так, машина сейчас находится практически в Москве, да, и мне еще ехать 550 километров, морозы у нас другие по сравнению с Японией. Также были куплены литые диски на лето, с машины были перекинуты колеса сюда, ну, собственно, резина переобутая, то есть она уже приехала на номерах, уже приехала с зимним комплектом резины, летний комплект здесь установлен. Прописаны, кстати, два ключа, машина пришла с одним ключом,
Вот, поэтому также воспользоваться услугой второго ключа, чтобы как бы было два ключа в машине. Вот такая, ребята, машинка. Сейчас грязненькая, к сожалению, выехала новая. Ну, походу, сами понимаете, шепчет, как говорится. Руки подмерзали, но вот такая вот машина. Еще раз повторюсь, Prius, 19-й год, 51-й кузов, рестайл, 73 тысячи пробега в данный момент. Комплектация A-Touring Selection практически максимальная. Все датчики, все остальное, как говорится, в ней имеется. Балл оценочный 4,5. Обошлась машина в 1 560 000 до Владивостока, плюс доставка контейнером с Владивостока до Чехова, да, до Подмосковья. Еще обошлось 125 000 рублей. Вот такие вот дела. Друзья, ну и, собственно, по поводу, небольшая такая обратная связь, да, по компании Big Japan, по общению с Сергеем Кашиным, генеральным директором, через которого была приобретена эта машина, да, с аукциона Японии. Всем доволен, как бы, как и многие, искал автомобиль, смотрел различные сайты, группы, YouTube-каналы, выбрал разные каналы. Вот, впоследствии, как бы, пообщавшись с Сергеем в WhatsApp, очень все подробно, прозрачно, честно, никаких проблем вообще нету. Поэтому все на высшем уровне. Постоянная связь обратная. Любые чеки, любые проверки, дополнительные какие-то вещи. Сергей идет навстречу. Ну, полностью доволен всем обслуживанием. Никаких не было сомнений. Ничего такого, чтобы там, знаете, какое-то было кидалово, попадалово там, и деньги куда-то в никуда отправлять. Нет, ни в коем случае, все абсолютно честно, прозрачно, всегда на связи. И все услуги, которые дополнительно были сделаны с автомобилем, ну, просто вот на высшем уровне, все очень быстро было сделано. Поэтому, у нас тут очень холодно, ребят, ветер дует. Вот, поэтому хочу сказать, что те, кто хочет приобрести автомобиль с Японии, обращайтесь в компанию Big Japan. Обязательно, Сергей, огромный привет. Спасибо за красивый автомобиль. Просто я очень доволен. Все-таки ожидание стоило того. С женой очень довольны. Ну, ребята, хороших вам автомобилей. С Новым годом!